Жилье есть, работы тоже, не хватает только врачей. За медицинской помощью жителям поселка Восток приходится мотаться по разбитой дороге до Дальнереченска. При том, что помещение в глубинке есть. Не так давно там сделали ремонт. И жилье ценным специалистам готовы дать. Обо всем подробнее Илья Мороз. Поселок Восток – самый север Приморского края, ближайший крупный город – Дальнереченск, за 220 километров. Такие расстояния особенно ощущаются, когда за медицинской помощью приходится ехать в районный центр. Местная больница сегодня переживает кризис. Чтобы узнать, как обстоят дела, сюда приехала представитель оргкомитета социального краевого проекта «Дети Приморья» Светлана Тарасенко. Вот основные наказы вот здесь забирали, сейчас еще девочки повыскажутся. Да. И с надеждой, что это дойдет до заявления, мы решили вам передать. Спасибо. В больнице есть просторное отделение с новым ремонтом, но нет врачей. На весь поселок всего 3 профильных специалиста – хирург, невролог и стоматолог. Нет даже терапевта, раз в неделю он приезжает из Новопокровки. На объем населения, который составляет 4500, то есть этого очень мало, нам не хватает. Но по объемам, по нормативам, по всем, то есть нам больше не положено. То есть койки у нас крутятся, ну так, просто нашим языком врачебным, да, постоянно. То есть никогда простоя у нас такового не бывает. Пациентов всегда с избытком. При этом в больнице постоянные сокращения. Раньше здесь был роддом, но 6 лет назад его закрыли. Беременных возят в Новопокровку. Это за 180 километров, большая часть пути по грунтовой дороге. Детей куда? Везем, опять же, новорожденных вот таких вот крошечек, как? Вот так, по такой ужасной дороге. Случился случай. Куда с ребенком? Есть машина? Спасибо, спас своего ребенка. Светлана Тарасенко сама по профессии врач-педиатр. Все особенности отечественной медицины испытала на собственном опыте. Поездки по краю – возможность увидеть реальную картину. Жители говорят, в поселке им нравится, уезжать не хотят. Здесь есть жилье, есть работа. Городообразующее предприятие ОАО «Приморский ГОК», на котором добывают вольфрам. Есть школа, детский сад, дворец культуры и бассейн. Рядом с поселком горнолыжная база. Все хорошо, если бы не проблемы с больницей и с дорогой. Поселку нужны врачи. Если сюда пришлют специалистов, местная администрация обеспечит их служебными квартирами, а для семейных пар с детьми выделит места в школе или детском саду. Илья Мороз, Александр Кононенко, «Панорама».